Если вот посмотреть на христианские свадьбы, то кажется, что в сегодняшнее время одеваться на свадьбу нескромно – это легально или можно, такой как бы пропуск на один день. Вот однажды один человек с другим спорил, и тот ему говорит: «Ну, я сейчас тебе морду набью». А ему вот тот отвечает, говорит: «Нет, ты верующий, тебе нельзя это делать». И он ему говорит: «Хорошо, тогда готовься, через 5 минут я выйду с веры, набью тебе морду, и потом вернусь опять в свою веру». И оказывается, что как будто получается так, что мы думаем, что если вот свадьба, то как бы окей, нормально, я выйду с веры, суббота, вышел с веры, там прошелся полураздетым, полуголым, потом в воскресенье вернулся в веру. И кажется, ну как это, ну как это ты, где ты такие пермиты набрал? Кажется же, ну Библия же одинакова везде. Или в Библии написано, что ну ты можешь вести себя как хочешь, но если свадьба, то ну конечно, это же свадьба. Или, например, пришел в ночной клуб, очень такой вульгарно одетый. Тебя спрашивают: «Как ты здесь, как ты пришел в таком виде?» Он говорит: «Ну как, ну это же ночной клуб». Ты подумал: «Ну и правда, это же можно». А потом снова спрашиваешь: «А ты почему здесь такая нарядная? Ну как, это же свадьба». Ты подумал: «Ну и правда, свадьба, значит, можно». А потом чешешь затылок: «Ну а так подожди, такая Библия везде или не везде? Ну смотря у кого как она работает». И получается как бы, что как будто мы сами запутались. Вот как-то неумышленно. Я верю, друзья, что некоторые люди просто неумышленно. Мы попали под влияние культуры, мирской культуры. Нас занесло. Мы плыли в лодке, потом лодку немножко повернуло, занесло в другом направлении. Не обязательно это так со зла провоцировать. Мы просто живем, как бы вот Голливуд нам диктует. А если нету противоядия, нету иммунитета духовного, нас это поглощает, нас внутри это разлагает. Духовно нету вот этого рефлекса, что динь-динь-динь, колокольчик. Ну что ты делаешь? Ты же своих детей показываешь им пример. Если у тебя сегодня пол спины голая, то какие будут твои дети? Ты же сигналы посылаешь. Я помню, как одна сестра в церкви сделала такое видео после свадьбы, что или брат, не знаю, кто это сделал, но молодая пара. И потом выпустили видео, как они в траве там друг друга целуют, там руки проходят по голой спине. Мне так было больно. Неужели у нас недостаточно порнографических фильмов, что уже христиане выпускают такие ролики там на social media, показать, как они себя любят? Какой это пример для подростков, для нового поколения? Вы понимаете, насколько это идет вот как бы... Я верю, что это, опять же, возможно, не подумала. Просто мы попались под влияние Голливуда, под влияние этого мира. И мы вот движемся в этом. И нам важно иногда делать себе остановку и понимать, что если даже это свадьба, то я понимаю, что там праздник невесты, праздник этой пары. Да, это я согласен, стоит что-то сделать особое для них. Но нам также иногда себе важно задать вопрос: а как моя свадьба может прославить Бога? А как моя свадьба, я могу почтить Бога? How can I honor God through my wedding? Правда, вы были бы счастливы, чтобы ваша дочка так подумала? Или сын так подумал? Можно ли, чтобы через это даже привлечь хоть чуть-чуть какое-то внимание нашему Богу, которого мы представляем? Если твоя личность, your identity, is expressed through your body, you will always feel dirty. Если твое достоинство, личность, она выражается в твоем теле, и ты это тело представляешь, ты будешь всегда представлен грязным. Знаешь почему? Потому что ты сделан из грязи. Простите, но это правда. Бог создал людей из праха. Это земля, это грязь. И когда человек представляет свое тело, всегда будет выглядеть грязным. Always will feel dirty. Но когда мы имеем свою личность, свое вот это самодостоинство, оно основано на Иисусе Христе, мы вообще свободны от этого. Просто можно расслабиться. Нам не надо переживать. У нас просто самодостоинство основано на других ценностях, друзья. Ты никогда не будешь страдать низкой самооценкой, если Христос – это твое основание. А так всю жизнь будешь гнаться за своим уважением, авторитетом, вниманием и только разочарование в итоге.